Всем привет! Новый зимний выпуск. Сегодня у нас в планах запустить в мороз Ишкомби и Запорожец. Запорожец там стоит, сейчас попозже покажу. Наконец-то у нас наступила нормальная зима, похолодало. Это вам не Питер, не Москва, ходить там в галошах. Здесь реально холодно. Так что сегодня будем проводить тест, кто лучше запускается в мороз. Ночью было минус 15, может даже холоднее. Днем немного теплее, так что сейчас попробуем запустить. Здесь у меня была залита вода, осенью я ее слил, а на Запорожце там воздушное охлаждение, там ничего сливать не надо. Так что пишите в комментариях, кто быстрее запустится в мороз. Будет стандартная система запуска, я подкачаю топливо в карбюратор, закрою заслонку, немного подкачаю бензина и будем крутить. Так что сегодня будет такой первый зимний запуск, ну а потом уже будем устраивать зимние покатушки. Тачки стояли больше месяца, ну где-то 3 месяца они стояли. Так, ну давайте начнем с Ижа, а потом перейдем к Запорожцу. Время засекать не буду, ну примерно, посмотрим, кто быстрее запускается. Открылось. Так, давайте посмотрим масло. Блин, не знаю, вода осталась немножко. Вот здесь снизу. Так-то воды нету, я все слил. Посмотрим масло. Маслица в норме. Кстати, здесь Лукойл полусинтетика. Там тоже, кстати, Лукойл. Масло у них одинаковое. Сейчас надо будет залить бензин в карбюратор. Здесь вот есть окошечко. Вроде бензина нет. Сейчас подкачаем. Так. Можно было, правда, запустить с бака, но в баке там бензина мало. Там, может, 3 литра плещется. Буду запускать с канистры. Так, быстрее. Так. Так, я аккум поставил. Все пошло, все отлично. Так, бензин подкачал. Вставляем ключ. А, массу надо же. Так, масса. Все. Стрелки дергаются. Значит. О, сцепление какое жесткое. Так, я думаю, этого хватит, чтобы не перелить. Так, я все подготовил. Аккум поставил, бензин залил. Сейчас посмотрим, запустится ли он так быстро, как нам надо. На всякий случай выжимаю сцепление и крутим. А, подсожжу надо. Воздушную заслонку, точнее. И пробуем. Так, еще разок. Ни хрена. Пробуем дальше. Так, не хочет. Вот уже начинаются первые проблемы. Первый мороз. Так, бензин идет, я прям слышу. Кстати, здесь можно шторки закрыть, чтобы движок быстрее нагревался. Вот, видите, жалюзи. Так, ладно, пробуем.
не хочет. Так, вторая попытка неудачна, сейчас попробую с третьей. Как вы видите, я все делаю стандартно. Подкачал топливо, открыл заслонку, бензин впрыснул в коллектор, не запускается. Третья попытка. Надеюсь, Запорожец быстрее запустится. Единственный минус — здесь мороз, ну или водитель. Ладно, давайте. Третья попытка. Такие вот дела, не хочет, смотрите. Так. Так, пока перекур, пусть аккумулятор отдохнет. Не хочет. Да, можно было, правда, сейчас залить горячую воду в радиатор, ну, в двигатель. Там все нагрелось бы, и он бы сразу запустился. Без подогрева не хочет. Сейчас посмотрим, вообще бензин идет в коллектор, нет. Тяжеловато в мороз запускаться. Так. У нас заслонка закрыта. Так. Бензин идет. Бывает такое, что можно даже перелить. Так, еще раз пробуем. Так что я немного разочаровался. Я думал, сразу запустится. Даже с хорошим аккумулятором. Может, искры нету, хотя вряд ли. Не, не хочет. Ладно, пусть постоит 5 минут. Мы пока перейдем к Запорожцу. Теперь очередь ЗАЗ-968. Посмотрим, запустится ли он в мороз или нет. Ну, обычным способом. Никаких там быстрых стартов, подогревов. Сейчас попробуем. Жужик. Кстати, вот колесо, сейчас его тоже поставим назад, а то сзади у меня стоит летнее, а здесь у меня стоит, ну, какая-то зимняя, да и ладно, главное, чтобы она цепляла хорошо. Так, смотрим, что у нас тут. Блин, я до сих пор карп не поменял. Все хотел сделать проставку. Посмотрим, может, как-нибудь займусь. Так, здесь у нас все открыто. Так, ладно, сейчас несу аккумулятор и бензин и попробуем запустить. Аккум снял с ежа. Так, теперь разборка с топливом. Обратка. И пробуем подкачать. Кстати, масло надо посмотреть. Как у нас там масло. Ну, масло не такое густое. Ну что, друзья, пробуем запустить наш запор. Питание есть, температура 0. О, остепление тоже подзадубело. Так, где у него подсосы? Точно.
Надеюсь, запах нас не подведет. Дверь ставим открытой. Так, посмотрим. Ишь, не запустился. Теперь попробуем выжим сцепление. Тяжеловато ему дается. Топливо идет, вон, смотрите. Топливо идет. Искра есть. Неужели не получится запустить после простоя? Отсюда вот. Наконец-то запустился. Все, теперь всю зиму буду кататься на Запорожце. Ну, удалось запустить. Правда, не с первой попытки, но все равно. Смотрите, как будто заварка стоит. Даже на летней резине он шлифует. Дымит, это знаете, что дымит? Это у меня, я же это красил. Глушитель. И до сих пор эта краска дымит, прогорает. Так, ну ладно, с Запорожцем все понятно. Сегодня он меня обрадовал. Ладно, тогда Запорожец запустился. Сейчас надо будет оживить комби. Сейчас возьмем аккумулятор, бензин и попробуем оживить. А потом уже займемся Запорожцем. Будем ставить доп зеркало и поставим зимние колеса. Аккуму я поставил, бензин поставил. Сейчас в тапку сильно не буду давать, потому что до этого, скорее всего, я перелил. Включаю массу. Дубль 2. Вот Запорожец реально 5 минут прошло, и он запустился. Хотя он тоже стоял 3 месяца. И в мороз запустился
после простоя. Ну, есть еще один вариант. Можно сейчас залить горячую воду в двигатель, и он сразу запустится. Это по-любому. Но сейчас моя задача запустить на холодную. Так, пробуем. Нейтралка. Вытаскиваю только заслонку. Ну, давай, запускайся. Может, искры нету. Хотя до этого была же искра. Попробуем педаль газа до упора и убрать подсос. Не, ни в какую. Ни в какую. Ладно, тогда не будем мучить, не запускается. Просто сейчас аккумулятор высадим и все. Сейчас заливаю горячую воду в радиатор и пробуем запустить. Вот такие вот дела бывают. Так, я кранчик-то не закрыл. Ну ладно, я воды залил. Так-то можно было, правда, залить сюда тосол, но видите, у него там один патрубок течет, и весь тосол просто уйдет в никуда. Надо будет сначала поменять патрубок, а потом уже на зиму заливать тосол. Ладно, сейчас. О, радиатор горячий. Вот сейчас он точно запустится. Я эту машину, потому что знаю. Вы видели? С первого раза. Вот что значит подогрев. Еще разок.
Сейчас поменяем колесо. Ну, типа на зимнюю покрышку. Эта резина немного помягче, и видите, у меня больше зацепа, чем вот эта стоковая летняя. Опа. Так, вот эту резину оставляем на лето. Это заводская стоковая. Ну, она летняя, видите. Это немного получше. Как я еще сказал, она мягче и у нее больше зацепа. Ну и типа какой протектор у нее. Не знаю, попробуем, покатаемся на этой резине. Всяко лучше, чем лето. А с той стороны у меня стоит зимняя. Так, и решил поставить сюда дополнительное зеркало, потому что с одним зеркалом, если честно, выезжать со двора неудобно. Ну и будет смотреться симметрично. Это зеркало, правда, черное, но такого у меня нету, хром. Так, ну вот и все. Все идеально стоит. Зеркало новодел. За 100 рублей, что ли, покупал. Это от классики. Ну, на шестерке идет. На запорожце, на копейке, в общем. Китайский дешман. Так, сейчас я его выставлю, чтобы было удобно. Так, здесь надо настроить. Ну вот и все. Ну а так, в принципе, видно вот. Уже видно корпус, если куда заезжать, выезжать. Все равно два зеркала лучше, чем одно. Больше обзора. Так, ну что, друзья, на этом все. Вот такой вот получился мини-влог. ЗАЗ у нас сегодня победитель. Ему одно очко, так что пока 1-0. Посмотрим, что будет дальше, кто из них лучше. При запуске в холодное время ЗАЗ показал лучшие результаты. Здесь, видите, без подогрева никак не получалось запускать. Чуть-чуть тепло пошло, и он уже запустился. А здесь, вот видите, без охлаждения, без ничего. Ну, там воздушное охлаждение, но все равно, пусть и не сразу, но запустился. Так что, друзья, на сегодня все. Ставьте лайк, пишите комментарии. И до следующего выпуска.